начинает большой сезон мероприятий, в том числе и школы «Шторм». Лето будет насыщенное. У нас Омск очень любит смешанное единоборство, очень любит Александра Шлеменко. И, конечно, его мероприятие – это очень высокий уровень. Мне всегда еще очень нравится, что предусмотрено не только вот эта спортивная составляющая, где дерутся бойцы в клетке, но всегда это яркое шоу, которое сопровождает мероприятие. Розыгрыш призов, такое общение, тусовка и большая зона для детей, что каждый может прийти и найти себе занятие. Турнир очень хороший. В прошлом году выиграл Гран-при, приезжали хорошие ребята, 77. Что в этом году были 84 хорошие ребята. И там забрал Гран-при. Хочу сказать, 6 лет занимаюсь недаром. Каждый день в зале, с понедельника по воскресенье. Стараюсь, тренируюсь, все, что натренировал, все показал в клетке. Тяжело было, конечно, со своим драться, так как он тебя знал и нужно было его удивить. Тем не менее, я смог. Нормально было. У меня это коронка была раньше. Действие было. Взял захват этот 2 раза. Мы делаем это для молодых. Именно для молодых, которые хотят попробовать себя в профессионалах. Но опять же, чтобы выступить на профессиональном турнире, не так просто. Начать карьеру – это непросто. А здесь заявись, попробуй, покажи, прояви себя. И почему нет, можешь стать профессионалом.